К нашему эфиру присоединяется Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, я вот знаю, вы вместе с нами смотрели сюжет. Михаил Горбачев, вот его эпоха, эпоха перестройки, для вас как она начиналась? Она ведь и в каждую советскую школу пришла. И на ваш взгляд, какую роль он сыграл в истории? Ну, конечно, для меня это было очень важно. Я во всем этом участвовал, будучи еще подростком. И тогда я был еще в пионерской организации. И Горбачев начал там новую волну обновления. Он хотел подготовить смену в Компартии, которая пришла и после этого строила бы страну на новых принципах. Там, принципах современных европейских левых, принципах современной социал-демократии. Но, как мы знаем, этими благими намерениями скорее была услана дорога в ад. И после этого произошел распад Советского Союза таким способом, что действительно его подавляющее большинство россиян проклинает. Это один из самых, наверное, нелюбимых политических деятелей в современной России. И здесь дело не в Путине, да, здесь дело, конечно, в 90-х годах, дело в бедности, дело в том хаосе, коррупции, которая поразила страну после этого. И это на самом деле иллюстрация того, что реформы-то были, безусловно, необходимы, и Горбачев очень верно это понял. И действительно, сердце-то у него было хорошее, доброе. Он хотел их осуществить, но мало еще иметь намерение, надо еще такую большую страну грамотно провести через период перемен. Вот, например, у китайцев это получилось, и они смогли и открыть страну мира, и миру, и провести реформы, и резко увеличить благосостояние своего общества, а у Горбачева нет, не получилось. Вот за последние полгода ушли из жизни три политика из прошлого – Горбачев, Шушкевич и Кравчук. Вы усматриваете в этом какой-то символизм? Ну, у нас сейчас такое количество этого самого символизма, к сожалению. Как началось вторжение 24 февраля, это, ну, то есть действительно уходит эпоха. И Путин вбил, я считаю, просто осиновый кол во все те как раз намерения, которыми двигали вот те три человека, про которые вы говорите. У каждого они были свои, эти намерения, да, но я уверен, что намерения это были хорошие и добрые. Но вышло, как говорится, то, что вышло, и история теперь их рассудит. Думаю, что наиболее положительный знак будет именно у Кравчука, и, скорее всего, потому что он вовремя ушел и заложил основу действительно демократической и свободной страны. Вот. А двух других не получилось, они оказались недостаточно сильными фигурами. Вот бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева заочно арестовали за фейки про российскую армию. Такая вот новость. Вы связываете свой заочный арест с объявлением о создании центра вооруженной российской оппозиции в Киеве? Ну, конечно, это напрямую взаимосвязано. Это произошло через 2 часа после того, как мы про это объявили, разослали пресс-релиз. Тут же, значит, возбудился этот уже юридический термин, да, возбудился Следственный комитет, послал материалы в суд, и рекордное по скорости решение суда 20 минут. Единственное, что я теперь не знаю, как это с юридической точки зрения выглядит, потому что я теперь дважды арестован. Я же уже был арестован, у меня же уже есть уголовное дело, по которому мне грозит 10 лет в России, из-за которого, соответственно, я не могу вернуться на родину. Сейчас я вот дважды арестован. Я вот всех юристов сейчас напряг, нужно ли мне второй раз писать в Интерпол на тему того, что меня сейчас снова арестовывать придут, или не нужно. Ну, вроде все-таки, наверное, не нужно. Расскажите, пожалуйста, вот поподробнее о центре. Центр был официально учрежден сегодня. Это координационная структура, то есть мы не говорим про создание какой-то там объединения, да, там разных организаций, но мы говорим именно про координационный такой орган, который нужен прежде всего потому, что активность возрастает. И вокруг этого споров, диспутов, вообще существуем ли мы или нет, как-то последнее время возросло в огромном количестве. И поэтому все понимают, что надо разъяснять, рассказывать, показывать, чем, собственно, занимается вот такое силовое крыло
российской оппозиции. И нужно, безусловно, выстраивать систематические отношения с органами государственной власти, как внутри Украины, так и, прежде всего, наверное, в международном сообществе. Все должны понимать, что мы там не террористы какие-то, да, а нормальная, цивилизованная политическая оппозиция, просто которая борется по-настоящему, борется силовым способом. Дело журналиста Ивана Сафронова. Вот громкий процесс, обвинение в госизмене. Прокурор требует 24 года колонии, но все данные, которые якобы передавал Иван, оказывается, были вот в открытом доступе в интернете. И журналисты издания «Проект» вот у нас включались, об этом рассказывали. Как вы можете прокомментировать этот процесс? Ну, это возмутительная совершенно история. Я там с Ваней близко не знаком, но в принципе знаком, я его видел. И, конечно, это показательная расправа. Расправа над одним из журналистов, который писал. И я думаю, что его дело – это следствие такой еще нерешительности российских органов власти, потому что они возбудили это дело тогда, когда еще не были готовы вот создать ту самую уголовную статью, по которой я сейчас вторично арестован, да, по фейкам. Они хотели заткнуть рот журналистам, чтобы они не писали ничего неправильного про армию. Да, я напомню, что он в июле 2020 года был арестован, да. Да, то есть это было достаточно уже давно, он сидит давно еще до суда. И, конечно, это акт такой, который должен возбудить в людях самоцензуру. Именно что показательная расправа. Сейчас, на самом деле, его уже можно смело выпустить, потому что уже они просто сделали вот теперь уголовную статью. Все и так знают, что писать нельзя. И вся эта журналистская братья, которая могла писать, она просто разъехалась из страны и теперь комментирует это дело из-за рубежа. А Ваня вот, к сожалению, сидит. Ну, вы сказали, можно смело выпустить. А выпустят ли? Нет, конечно, это же машина обратного хода не знает, если дело возбуждено. И несмотря на все доказательства, которые предоставили журналисты, да. То есть, конечно, они же не могут сказать, что мы пошутили. Ну, то есть это же все вещи, за которые кто-то должен снять погоны. Вот они не могут, например, признать о том, что в России существуют партизаны. Потому что если это признать, значит, те люди, которые отвечают за то, что их быть не должно, они должны быть уволены и там с треском, с позором и так далее. Точно так же и здесь, да, если они возбудили уголовное дело, а потом оказывается, что оно шито белыми нитками, они не могут сказать о том, что вот вы знаете, ну вот плохо возбудили, неправильно. Нет, они могут, знаете, вот как за невиновных у нас условный срок дают. Виновных сажают, но, к сожалению, и невиновных сажают, как мы тоже знаем. Но давать срок и не иметь доказательств, это ведь тоже логики юридической, по крайней мере, в этом нет никакого. Это в Украине. Это в Украине суды не могут посадить даже тогда, когда люди знают, что они виновны. А в России все строго наоборот. Если человека дело пришло в суд, то оправдательного приговора быть не может. По статистике, в современной России меньше оправдательных приговоров, чем было при Сталине. При Сталине их было там несколько единиц процентов, да, а сейчас меньше процентов. Хотели еще поговорить о делах в рядах российской армии, вернее, о готовящемся пополнении. Вот согласно данным Минобороны Украины, военкоматы Москвы и Петербурга получили указания по массовому призыву. И новобранцев вроде бы отправят в Крым. Вот неужели и в большие города пришел призыв? А ну, за ним и война. Это не призыв с точки зрения... Да, но это не призыв с точки зрения мобилизации, да, это призыв с точки зрения регулярного призыва, и просто от военкоматов требуют выполнять свои обязанности добросовестно, потому что сейчас отгулять от армии, в общем-то, вполне возможно, и многие так и делают, просто там пробегать какое-то количество времени, а после 27 лет тебя уже, соответственно, призвать не могут. Соответственно, Путин сейчас стучит кулаком по столу о том, что выполняете свои обязанности, прежде всего для того, чтобы высвободить контрактников, которые бы воевали на фронте. Уже происходит замещение. Они не имеют права по закону направлять непосредственно на фронт призывников и даже превращать призывников в контрактники. Для этого нужно, чтобы прошло определенное количество времени после их призыва. Нельзя человека призвать и сразу заставить значит, подписать контракт. Но вот на тыловые позиции призывников, а контрактников, которые были в тылу, их на фронт. И вот так эта логика работает. Ну вот говорят, что вроде
либо их отправят в Крым, на оккупированную Россией территорию, где уже раздаются хлопки, так называемые? Ну, вы понимаете, это она с нашей точки зрения оккупирована, с точки зрения Российской Федерации, это мирная земля. Вот. То, что туда прилетает, ну, так это прилетает вот и в Курскую область, и в Белгородскую область, и так далее, но от этого не становится формально зоной боевых действий. Это еще там предстоит подобные решения принимать, но, конечно, там путинская вся административная машина будет всячески сопротивляться тому, чтобы подобное решение было принято, потому что это признать о том, что война идет на территории Российской Федерации. Сейчас, скорее наоборот, очень большое количество российских военных, оно пытается каким-то образом к войне примазаться для того, чтобы получить эти боевые надбавки. Там одна из причин, почему они стреляют из Каспийского моря, например, ракетами. Ну, во-первых, потому что эти ракеты падают вниз, и поэтому надо над морской поверхностью это делать для того, чтобы они не упали кому-то на голову, потому что половина ракет не взлетает, да, то есть она просто падает. Но еще и для того, чтобы те люди, которые сидят там в тылу, там на Урале, значит, там в Оренбургской области, там и так далее, чтобы они тоже могли сказать: мы тоже воевали, и дайте нам денег. Выполняли боевое задание, да? Боевое задание, да. 5 стран заявили, что ужесточат визовую политику сами, если это не сделает ЕС. И вот представители Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии потребовали от Еврокомиссии сделать визовую политику для россиян жестче. Как вы думаете, как далеко Европа может зайти в этом вопросе? Ну, я думаю, что этот процесс будет очень постепенным, потому что здесь есть совершенно разные позиции. И разные позиции связаны с разными вещами. То есть, например, страны южные, Кипр, Греция, Италия, Испания, они зависят от российских туристов. Они заинтересованы в том, чтобы туристы именно приезжали и оставляли там свои деньги. При этом в открытую это, естественно, не говорится, потому что население этих стран тоже стоит на украинской стороне, и, соответственно, как бы это достаточно популярная история относительно ограничения по визам. Но вот они то говорят, это нельзя же со всем народом воевать, то есть и так далее. Это локомотивом этого являются, конечно, Франция и Германия, у которых вопросы деловые, да, там, и поэтому они не хотят этого делать. Ну и плюс там достаточно сильное влияние вот этой вот там либеральной российской оппозиции, которая с ними, с руководством этих стран старается поддерживать хорошие контакты и говорит: давайте будет мир, давайте просто перестанем стрелять, как-нибудь договоримся, будет перемирие. Да, Украина должна победить, но давайте, чтобы это происходило за столом переговоров. А люди, которые понимают, что война может произойти только в результате военной победы, что никаких договоров с Путиным невозможно, что надо делать не антивоенные комитеты, а военные комитеты, это те люди, которые живут в Восточной Европе, которых это непосредственно впрямую касается. Поэтому именно восточноевропейские страны занимают сейчас самую жесткую и бескомпромиссную позицию. Илья, спасибо огромное за ваши комментарии. Спасибо. Я напомню, Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, был с нами на связи.